внутри он готовый, ну, в смысле такой проваренный, прожаренный. Это филитанты. Гуса надо есть полусырым. Цена хорошего тунца 1200 рублей за килограмм. Вот один такой пакет вот из двух стейков, вот, например, два вот этих стейка, это грамм 500, наверное. То есть ужин обойдется 600 рублей. Вот, на, вот этих стейков хватит на двоих, наверное. Может быть, даже на троих, потому что это очень сытное мясо.